Ні, ну понятно, бо я думаю, що Netflix Польщі відкрився набагато раніше, ніж в Україні, Я Давид Кухалашук, художник из Грузии. И этот проект сделаем крем сос вместе. Да, я из Грузии. В Грузии работаю. А это ваш первый проект в Киеве, в Украине? Первый, да, первый проект. Это проект, чтобы прохожие почувствовали, как там в Крыме активисты в тюрьмах. Информационный проект. Один неделя уже. И как реагируют прохожие? Ну, не нравится. Не нравится. А что говорят? Ну, очень плохая ситуация, они говорят. Конфликтов не было никаких? Нет, еще никто не бил. Понятно. Вот и я считаю, что каждый человек должен знать о том, что это такое. Тюрьма, но это же... Часть истории, это же творчество, которое изображено в переходе Киева, поэтому это имеет место быть, и каждый человек должен знать об этом. Ну, воно все ж таки дуже гнітюче, тому що камери. Тобі без вихід, то це дуже гірно. Ну, що? Ну, а як це? Тут надо, как люди поняли. Ну, вже без вихід.